Элюин. Я читаю совершенно спокойно. Я учу израильтян читать на русском за 3 часа. Серьезно? Потому что язык самый легкий для чтения. Самый тяжелый для грамматики. Самый тяжелый для грамматики, но самый легкий для чтения. Всего, чего я знаю. Я знаю хорошо, что я знаю. Какие языки, кроме иврита, английского? Я знаю иврита, русского, польского. А польского? Вы идите, а все мои профессиональные уже знают.